Финальные соревнования по баскетболу прошли между юношескими командами в рамках 53-й спартакиады «Олимпионик-2018». Принимающей стороной игр стала Люберецкая школа номер 25. Всего за призовые места боролись 6 команд из общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы. Самые сильные юношеские команды, победившие на этапе зональных соревнований по баскетболу, встретились в финале. 6 сборных поделили на 2 группы, в которых по результатам каждой игры решалось, кто и за какое место продолжит борьбу. Противник может попасться любой, у которого навык может быть и больше, и ниже. И мы тут смотрим по игре, какая тактика нам подойдет. Если ты участвуешь, на тебя возлагается какая-то ответственность. Получается, ты играешь за школу, там, за район, и все болеют, смотрят на твою игру, как ты будешь играть. То есть ты, получается, волнуешься и должен, конечно, побеждать. В результате места соревнований распределились следующим образом. 3-е место в финальной игре по баскетболу среди юношей заняла гимназия номер 41. 2-е место – 16-я гимназия «Интерес» и 1-е почетная – школа номер 25. Это командная игра, поэтому где больше командный дух. Понятно, что мастерство присутствует, но один за всех, все за одного. Конечно, участвовать хорошо, но побеждать все-таки лучше. Призовые места, а также баллы от игр в отдельных видах соревнований идут в зачет каждой команды в рамках спартакиады «Олимпионик-2018». В этом году сезон баскетбольных соревнований завершится финальной игрой женских сборных. Первая группа сыграет 29 ноября. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.